это что за кино? Ну да, трейлер озвучивать позвали. Ты что у нас, Алексей Резванович, что ли? И про что фильм? Короче, мужик из Москвы, Алексей, кажется. Всю жизнь не знал, кто его отец. Типа все, что от отца ему осталось, это пиджак. Как тебе от твоей бывшей? Как ты думаешь, отойдет, а? Ну и вот, жена находит в пиджаке фото, а сзади адрес и подпись. Любимая Люби от Резвана. Дай угадаю, это его отец. Типа того, а у них, короче, на носу поездка в Испанию. Но Лехе, естественно, надо найти отца. Поедем-ка мы отдыхать на Кавказ. Что? И они типа соглашаются? Ну, типа так. Вот, вот, вот мы приехали, а кто-то скажет опять понаехали. Потом начинается типичный роуд-муви. Красоты, съемки с коптера. Короче, реклама кавказского туризма. Даже русский. Эй, ты там уснул? Ну, в общем, едут они по Кавказу. Какой-то нескончаемый кипиш. Борьба, горячий источник, гонки, динамика и так далее. А в конце... Давай без спойлеров. А почему понаехали? Ну, типа не с Кавказа в Москву понаехали, а наоборот, типа прикол. Так может сходить на него? Слушай, ну вообще сходи, он как раз скоро в кинотеатре. Нынче юбилей у вас, военком наш дорогой. И поздравить вас пришли дружной гурьбой. А мне нравится. По-военному. Лаконично, сухо. Ничего лишнего. Спасибо, коллеги. Дочка у меня одна. Я за нее умереть могу. Ха. Или убить. Это кто? Это Коля. У нас призывничок здесь. Призовите. Ребята, а вы куда меня? Маш, я за полярным кругом. Да у них тут Wi-Fi по часам. На курорте, считай. Коль, я тебя спасу. С юбилея, Ташка, води! Любимый. Мой. Мира. Я помню. За тебя. Подыграешь мне? Знакомьтесь, мой жених. Горько! Ты что, боец? Скользкий тип. Я, как отец, не позволю тебе связать жизнь с нелюбимым человеком. Тогда любимого верни. Мы тонем. Да, мы тонем. Но это не повод паниковать. Тебе никто никогда не понравится, потому что таких, как ты, не бывает. Какой такой, таких, каких-то, а? Не стрелять! Идти можешь? Не может. Держись, пацан. А вы научите меня стрелять? Нет, потому как занятой я человек. Может быть, тогда и в позорную трубу больше не стоит смотреть. Ты... Все, разглядел. Доброе утро. Сейчас 6 июня 2040 года. Подтвердите, что вы на самоизоляции. Разблокируй бутылку. Договор о разводе. Подпиши, пожалуйста. Бери! Все легко! А что это за хрень? Ну бери же! Михалыч! Театр переходит в цифровой формат. Прогресс не остановить. Лучше бы я тебя 20 лет назад нет сказал! Лучше бы я 20 лет назад тебя не встретил! Мы что, умерли, что ли? Уважаемый. А какой сейчас год? 20 и еще один 20. То есть мы в прошлое перенесли, что ли? Это же тот самый день, когда ты мне предложение сделал. Хороший вам день. Иди я в тапках! Я тебя не догоню! Предложение будешь делать? Да. Актриса? У меня тоже жена актрисой была. Я же не вы. Слушай меня внимательно. В это сложно будет поверить. Ты – это я из будущего. Ты из будущего. Ну вот видишь, я тоже волнуюсь немного. Девушка, Саша, забудь про нее, понял? Она мне ножницы к горлу приставила.
Про этого вообще молчу. Он же конченый, он же неадекватный. Мы такими не будем. Жень, они дрались. Ты идиот. Проблема в том, что вы влюблены. И когда этот туман рассеется, вы поймете, что вы ни хрена друг про друга не знаете. Так мы узнаем. Я вытираюсь твоим полотенцем. Что? Ой, куда ты едешь, сволочь? Я застрял! Старая какашка, здорово. Ты что, там плачешь, что ли? Слушай, я знаю, что ты там зашиваешься, но мне очень нужно, чтобы вы привезли мне кольцо. На Бали. Опять нажрёшься и в баню? С Митей? С Васей. Да ты чё, какая Вася? Встал на путь истинный. Мне необходимо закрыть последний этот грех. С тобой связан. Давай последний раз на Бали. С тобой, да? О, я смотрю, ты возбудился. Так, ты что здесь? Бабушкино кольцо искал. А где это? Моя арендная плата, ты хотел сказать? Так зачем Мите кольцо? Они же жизнь собираются. Настенька! Он реально собрался на Бали. Но летит он без меня. Скажи этому тигренку Паше, что у вас все кончено. У нас все кончено. Скотина. Ублюдок. Ненавижу. Ты должна найти ему соперника. Красивый, эффектный. И он понимает, что он потерял. Это женский. Мы летим, покажу. Ну, чтобы не палить. Успели! Пей! Скоро я уже на месте. Да, я тоже приехал. О, детям! У нас денег нет. Продавай ножи. Надо нож! Часы! Часы не надо! Будь серфинг-инструктором. В серфинге там... Так, либо ты, его, либо он. Ты чем занимаешься? У тебя какое задание было? Что она думает только о нем, а обо мне не думает. Вась. Что? Есть у тебя человек, который тебя любит? Я иду на взлет за тобой. Если была возможность все перемотать, как на видео. Слышишь, братишка, русские друг друга не обманывают. Вы что, с одного города, что ли? Да он кубанский. Помогите! Приехал как-то в эти края один молодой чувак и украл чужую невесту. И отвез ее на осле. Рикшу верни! На далекий маяк. Ксюнечка, родная моя! Люблю я тебя, сил нет! Любить тебя сил нет у него! Она вон на закате хочет по гальке бегать! По песку! По песку! Пока не скажешь, уходи, не уйду. Уходи. Ты прыгала с пирса, как птица. Летала прям как в замедленном. И у меня как в замедленном. Я уйду как офицер. Собрался мозги вышибить? Мою и забыла забрызгать. Дня доброго, здрасте. Это кто такой? Прошу руки вашей прекрасной дочери. Пап. Чё, пап? Я реально уже путаюсь в твоих женихах. Даже в зеркале. Ксюш. Разбита. Я хочу видеть слезы радости в твоих глазах. Я хочу петь тебе. Я мороженку купил. Будешь? Я буду. Еще раз повернешься, полетишь за борт, понял? Все, я вон на чайку буду смотреть. Удивительная птица. Ты вообще понимаешь, тебе достаточно один раз вот так улыбнуться, а у человека жизнь под откос пойдет. Единственная моя. Я убью его, их не знаю. Я расстреляю. Вы не волнуйтесь, я разберусь. С коня мне! Никита, успокойся, слезь с коня. Никита, слезь, коня. Может, он на машине поедет? Казак, блин. Зачем мне теперь солян? Она и мне обещала свидание, а потом забрала свое обещание. Она у всех все забрала, пап.
твоя девчонка? Нет, блин, твоя. Дерзкая.